мы должны сплотиться вместе, чтобы не повлияло ничего. Должны жить дружно, мирно. Вот и все, вот и весь секрет. Ни желания нет никакого. Мне в России хорошо. Как ездили туда, это самое, ну, в Турцию не будут теперь ездить, а будут ездить куда-нибудь в Грецию, на Кипр, в Северную Африку будут ездить. Ну, может быть, в Анапу немножко приедут побольше. Влияет. Только в лучшую сторону. И мы только рады, что наша Анапа более будет процветать, значит, больше будет отдыхающих. И будет у нас все хорошо, лучше всех. А вы бывали вообще за границей? Бывала. А еще хотите туда полететь? Или вы Нет, после такого случая, очень отрицательного, больше я туда не полечу никогда. Ну, конечно, лучше бы, чтобы сюда ехали. Я думаю, это повлияет. По-моему, больше людей поедет сюда. Наверное, увеличится поток. Думаю, так. А вы вообще бывали за границей? За границей нет, не было. А хотите туда поехать? У меня нет желания туда ехать.